Хай, дорогие друзья, мы стоим по колено в грязи, потому что сегодня у нас шоу «Зашкваров», и кто-то сегодня окажется в грязи, если проиграет, если таксист его привезет последним. Такова у нас суть нашего шоу. Парни, вы готовы? Ставьте лайки, мы начинаем. Ты как интеллигенция какая-то, причащаешься перед аудиторией. Заказываю. Я заказал, вызвал, так... я вызвал. Заказал. Все, Uber, пожалуйста, подавайте. Uber Black подан. Машина выехала, скоро будет. Мне тоже выехала, написано. На хороший исход событий. Я сегодня, хочу, чтобы ребят, моя машина в правильную сторону просто была направлена. Holy shit. Ну-ка, так, если посмотреть, если она не в ту сторону будет направлена, что же будет? Ой, блин, а что мне так опять... Сука. Вот только не говорите, что опять мое не в ту сторону. Хорош, вот сейчас будет интересно, Лёха. Ну нет. Можно я перезакажу? Можно один раз? Парни. Ты будешь перезаказываться. Можно перезаказать? Лёха, ты выиграл. Страдай, ублюдок. Ты выиграл в прошлый раз, Лёха, успокойся, все нормально, Лёха. Ну ладно. Кому как досталось? Это, ну ладно, давайте на счет три. Готовы? Раз, два, три. Три. Поехали. Поторопись сразу нажимай. Я не буду пока торопить. Он не в ту сторону поехал! Сука, я так и знал! Привет! А ты как он у меня поедет? Как он у меня поедет? А ты что там стоял, Данил? Почему это? Я хотел. Ах, парни, я не в ту сторону еду, что за говнище? Так, нет, все, все исправляется, камбэк будет, камбэк, парни, будет, все нормально. Ну это не точно. Ты вообще там по грязи сейчас застрянешь. Я по грязи, слушай, он реально по грязи поехал, нормально, то есть парень поехал. Не сильно отстаю. Мы решили в нашем шоу, к слову. Да, Макс всегда как едет первым. Мы решили, к слову, в нашем шоу не менять позицию такси. Как подъехало, так подъехало, ничего не меняем. Ну это слишком уже, прям, не знаю, дисбалансованно. Ну рандом, как подъедет, ну а чё? Ну тебе вообще едет на рандом, что ты выигрываешь. Ну я надеюсь, я вас догоню, потому что я уверен в том, что я вас догоню. Чё? Он у тебя врезался, Данил, да? Нет, только не это, только не это, только не это. У меня вот, я вижу даже... Обгоняй! Ты чё, куда? Все, парни, это Габелла, парни, это Габелла. Это самая настоящая Габелла. Передо мной пристроилась очень медленная тачка. Таксисту ее не хочет обгонять вообще никак. А ки, чё за говно, обгони! У Лёхи сегодня полностью вообще минус. Ну блин! Стопы! Ну едь, сука, ты остановился же! Езжай! Я на эскейп хотел посмотреть, где Лёха находится. Он мне, блин, говорит, окей, говорит, это все. Ну я не совсем далеко от вас, ну совсем недалеко. Ну давай, пробуй, Лёха. Отвечаю, обгоню. Сейчас получится. Отвечаю, обгоню. Я знаю, я уверен, что я догоню. В прошлый раз я обогнал вас, хотя отставал ровно столько же. Блин, я еще раз, опять же, в очередной раз себе доказываю, лишний раз, сука, что такси, это реально полный рандом. Максим ехал в прошлый раз первым, а сейчас вообще... Ехать потом последним каким-то чертом. Нет, Макс первый едет до сих пор, я залоханил, и поэтому иду второй сейчас. Отлично, обгоняет у меня парень, обгоняет, есть возможность. Давай, нельзя останавливаться на светофоре, пожалуйста, ух, хорош, молодец. Хоть бы не красный. Красный, вы стоите, вы остановились, отлично, у меня есть фора. Ему пофиг на красный. Сука. Зачем мы нажали поторопить, все надо было до города подождать. Так, давай, пожалуйста, Филиппин моя опять дорогая. Родимое мое такси, езжай. Чем хуже ты относишься к такси, тем она лучше едет, как я понял, знаешь. Фу, да дерьмо такси, короче. Все, жесть, перекресток, лютый перекресток. Дебил, давай, едь. Филиппин стоит, красавчик. Дебил, едь, давай, там опять на нюсе забгоним. Ну не едем же, сука. Здравствуйте, Максим. Зачем ты перед ним простраиваешься? Зачем? Это шоу такси зашквара. Я плачу. Лёха догоняет нас тем временем. Давайте, сударь. Но есть! Езжай по-братски, обгони его. Ну они совсем недалеко. Я решил сделать немного интриги. Лёха догнал нас, короче, все. Лёха, поздравляю. Езжай, Филиппин, ты чё стоишь? Я сделал это остановочку. Фору сдал. Я догоняю, парни, я догоняю. Все, езжайте. Не-не-не, сейчас мы узнаем, короче, Лёха, сюда не жить. Короче, Макс чё решил за говно? Дать фору Лёхе. Чё за пробка? Что за пробка? Смотри, нагуй, смотри. Он полез, между рядов полез, смотри, да? Московский водитель. Блин! Нет! А у меня вообще не едет, слышишь? Он мне не едет, опять! Лёха, опять маханули. Лёхе, как не давай возможность догнать здесь, что-то не нравится. Он просто стоит и даун, ебут! В него опять сорочельник горит, по-моему. Поехал! Я остановился! Сука, классно тебе! Индус! Не, говно драное! Прям вообще наравне, поверь в индус, это как в Дэдпуле индус, он такой же. Едет, все, отлично. Поможет тебе проявить.
Сука, и меня так, нервы, у меня нервы, парни. Вот сейчас на него, давай остановись, пожалуйста. Прошу тебя, дорогой, я совсем на один лишь только квартал от вас остаю, опять же. Угони свой талант, плес. Авария еще передо мной, какого хрена? Не тормози. В левый ряд, тебе налево поворачивай. В левый ряд, сука, дурачок. Не, Лёхи, видать, сексистым везёт. Лёха от нас. Ну потом Лёха, кстати, вот в тот раз ты вообще первый самый приехал, да? Ну ведь, ну дурачок ведь у меня сегодня, а? Ну тут что-то Лёха... Филиппич, ты тоже залохань там какой-нибудь светофор или машина, я тебя обгоню и всё. Я верю, что Давай, не тупи! А, Лёха, всё это фиаско, мы приехали уже. Фу, какой приехали? Ну ещё не приехали, кстати. Ещё не приехали, ещё может быть всё не потеряно. 900 метров, Лёха. А это не тот теннис, дальше теннис же. Или вы на этот теннис едете? Нет, дальше, тот, который дальше. Тот, который дальше. Тут просто два тенниса. Ну ладно. Вот у нас сегодня теннисные угодья. А, светофор. Красный светофор, отлично. Сейчас будет, Лёха, у тебя возможность. Так, ты чё? Жесть. Я не понял, начальник, ты чё делаешь? Хорош. Догоняй, есть шансы. Зачем? 900 метров. У меня водила сделал этот тупик. Свободная дорога. Чё, падла? Давай, между рядов! Найс! Я погнал его! Найс! Он меня погнал, ты понимаешь, какого? Как он это делает? Еду, парни, догоняю! Едь, пожалуйста, догоняю! Догоняю! Ну же догоняй! Давай, догонщик, сюда самогонщик! Пожалуйста, не хочу проиграть! Так, давай! Востребованный Лёха догнал! Прям вообще догнал ведь, а! Ну почти сравнялись, парни! А вот всё, мы приехали, пацаны, тоже всё! Ещё не всё! Давай! Давай, перегони! Нет! Ауди! Сука, Ауди врезался! В Ауди! Школьник купил машину, батя ему машину купил! Сука! Причем Ауди, заметь, братан, это R8 ж было, да? Да! Вот они постоянно... Они вообще руинят нам! Все, я проиграл, парни, мы приехали. Все, мы приехали, Рассказываю свою лучшую зашкварную историю, которую приготовил. Внимательно, не перебивая. Давай, сядем сюда и послушаем твою историю. Она будет на минуты на 3. Это будет лучшая история в нашей жизни. Было мне 14 лет. Ко мне пришел друг, говорит: Леха, ты же программист у нас, 14 лет. Переустанови мне Windows. Или даже 13, только 14 исполнилось. Я такой: no problem, скинул на флешку Windows, установил Windows. А поскольку мы с ним такие, ну, собутыльники немного были в 14 лет, он говорит: ну что, давай отметим это дело. Я такой: ну блин, да, повод хороший, переустановка Windows, да? Вот, мы пошли к магазину. Мы пошли к магазину. Жгучий. Нам 14 лет, вы понимаете, что купить алкоголь для нас проблема. И у нас на районе бегала бабушка, которой было лет 68, и она все время бегала, занималась спортом. И у нее была погремуха бабушка Рональдинья, потому что она еще в футбол с парнями играла. Так вот, мы самую спортивную бабку на районе попросили купить нас вина, короче. Для нас вина, представляете? Она купила для нас вина за 70 рублей за 1.5 литра, тёщин погребок называлось вино. Вот. Какие подробности. Я сходил домой, короче, отрезал кусок сыра на закусон. Ну, вино, сыр, как бы, ну это... Сицилия там осталась. Да. Стырил одну сосиску, завернул в пакет, закинул в карман, короче. Вот. Положили мы под теплотрассу пакет, потом погуляли, выпили, захавали, сходили. Не хватило, короче, нам вина, и решили, типа, надо еще алкоголя, денег нет. Я говорю: ну вот тут район соседний есть, давай сходим в монетку, на улице лето, попробуем украсть бутылку пива, короче. Ну, типа, свистнуть в магазин самообслуживания и убежать, да? Поскольку на улице лето, на нас кроме футболки ничего не было и кепки. А куда, ну, типа, затырить пиво-то, да, чтоб не было видно при выходе? Конечно же, мы сняли с торса футболку, голые два парня заходят в магазин, трутся у витрины, берут, короче, по бутылке... Подожди, моя фантазия слишком какое-то дурацкое представление. Берут по две бутылки пива, короче. Я взял тоже бутылку пива, завернул ее, короче, в футболку, закинул в кепку. И, короче, пошел к выходу. И вот-вот уже нужно было выходить, меня за руку ловят, а друг-то мой ушел. Меня закинули, короче, в подсобку, вызвали охрану. Меня увезли в ментовку, короче. Ментовки. За пиво? Да, за бутылку пива, за банку. 14 лет? Да, за то, что я пытался ее украсть, короче. В ментовке я рассказывал, что я на карты проиграл на желание, типа, с парнями взрослыми. Они меня на силу заставили, типа,
А, вот, и меня в итоге вроде хорошо, как даже... Игрался, и вообще хорошо. Изнасиловали, да? Хотели и меня вроде все равно поставили на полгода, на, не то что на учет по несовершеннолетиям, но на какой-то там учет, что типа вот, да, типа если еще раз, ну, то точно учет. Есть такой дебил, да? Да, есть такой дебил, короче, но это вообще прям лютая история, меня привезли домой на какой-то драной шестерке ментовской. Тещин погребок, вот это, ребята, реально, хэштег тещин погребок. Тещин погребок. Но если я проиграю, у меня от этой истории есть некое продолжение спустя 2 года даже, представляете? Встречаются вновь эти друзья, второй приходит и опять же говорит, опять Windows сломалась. Ну, в общем, да? Самое главное, парни, не отмечайте переустановку Windows. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась моя зашкварная история, надеюсь, вы поставили лайки. Ну а мы все-таки не дали опять возможности Данилу проиграть. Если хотите наконец-то, чтобы он проиграл и рассказал свою историю, то ставьте обязательно лайки снова, и мы обязательно сделаем с ним реванш. До скорых встреч, пока. Adios, amigos, guys. Пока-пока.